В нашем первом фильме мы говорили о том, что в мировой истории много очевидных противоречий, которые до сих пор не получили разумного научного объяснения. И много вопросов вызывает принятая сегодня хронология, которая была создана и практически завершена в XVI-XVII веках историком и философом Иосифом Скалигером и богословом-иезуитом Дионисием Петавиусом. С древнейших времен и до наших дней вся история человечества четко датирована. В многочисленных исторических и археологических справочниках можно найти ответ практически на любой вопрос. В музеях всего мира хранятся уникальные экспонаты, свидетели ушедших эпох. Среди них вряд ли найдется хоть один, на табличке которого будет написано «Происхождение неизвестно» или «Возраст неизвестен». Все эти предметы педантично сгруппированы и разложены в строгом хронологическом порядке. Но почему ученые пришли к выводу, что, например, вот этот кувшин относится к 5 веку до нашей эры, а этот – к 8 веку уже нашей эры? Принято считать, что методы определения возраста древних объектов хорошо проверены, а главное – очень надежны. В этом фильме мы попробуем разобраться, так ли это на самом деле. Действительно ли мировая история основана на строгих научных доказательствах? Все начинается с раскопок. Наибольший интерес археологов вызывают, конечно же, древние поселения. Именно там сосредоточена история развития того или иного народа. Любое место, где долго жили люди, хранит следы их пребывания. Накапливается мусор, разрушаются старые постройки, на их месте возводятся новые. Почти в каждом городе, у которого есть долгая многовековая история, можно найти вот такое здание. Кажется, что глубоко в землю оно ушло под собственной тяжестью. На самом деле, причина в другом. Из домов выметали мусор, бросали кости, сношенную обувь и одежду, испорченные предметы домашнего обихода, битую посуду. Эти остатки заносила пыль, люди и животные на ногах приносили грязь, и уровень земли постепенно повышался. Так за многие века образовался высокий культурный слой. Археологи пока не могут определить, с какой скоростью накапливаются эти слои. В каждом конкретном случае эта скорость разная. Но археологи могут определить, какой слой образовался раньше, какой позже. Изучение описания культурных слоев называется стратиграфией. Для этого делается раскоп, или выбирается обнаженный участок берега или оврага. Чтобы хорошо была видна последовательность всех слоев, участок ровно и четко зачищается. Но как узнать, в каком году или каком веке образовался тот или иной слой? Как правило, каждый из них хранит в себе какие-то предметы. Это могут быть остатки деревянных построек, монеты, керамика, украшения, письменные документы и многое другое. С их помощью и датируется каждый культурный слой. А для определения возраста самих находок используются физические, химические, биологические и другие научные методы. Мы рассмотрим основные из них и узнаем, всегда ли с их помощью можно получить точную датировку исторического памятника. Метод датировки по аналогиям – это то, с чего все начинается. Как только археологи обнаруживают древний памятник, там же на месте они пытаются определить возраст находок,
домашние утвари, оружие, украшения. Но дело в том, что в древнем ручном производстве даже один и тот же мастер не мог изготовить две абсолютно одинаковые вещи. Поэтому намного чаще встречаются не одинаковые, а аналогичные вещи. Отсюда и название метода – датировка по аналогии. Действует он примерно так. Допустим, в Новгороде найдено кольцо. По тем или иным признакам ученые приходят к выводу, что оно было сделано в XII веке. Через какое-то время на Урале археологи находят другое кольцо, которое очень похоже на то, новгородское, и делают вывод, что его тоже надо датировать XII веком. Но почему? Да просто потому, что они похожи. Это очень грубый метод. Это мы говорим о том, что примерно они одновременны. Но мы сталкиваемся здесь вот с какой неприятностью. Это может быть повтор совершенно случайный. Просто мы говорим о том, что вот оно похоже, но оно может быть произведено гораздо более раннее или в более позднее время. И это так мы ошибаемся в этой аналогии. Более того, то, что один археолог считает похожим, другому кажется различным. В итоге получается, что сходство и различия между вещами, которые датируются этим методом, определяются субъективно. Другой очень важный момент. Драгоценные, культовые и просто памятные вещи могли очень долго храниться, переходя из поколения в поколение. И если в старом разрушенном доме найден предмет, который археологи датируют XII веком, это совсем не значит, что и дом был построен в XII веке. Скорее всего, это говорит лишь о том, что у кого-то из жильцов просто хранилась эта старинная вещь. Вывод. Метод датировки по аналогиям очень субъективен, не имеет строгой научной основы, не позволяет определить не только точный, но даже приблизительный возраст находки. Считается, что культурный слой или захоронение можно датировать в том числе и при помощи найденных древних монет. Что это значит? Например, археологи ведут раскопки какого-то городища. Ни один из найденных предметов ничего не говорит им о возрасте этого древнего поселения. Но если найдены монеты, то появляется шанс определить возраст этого археологического памятника. Ведь именно монеты должны содержать необходимую информацию. Мы привыкли, что на современных денежных знаках, и бумажных, и металлических, есть название страны, портрет правителя или основателя государства. И, конечно же, дата выпуска. Но дело в том, что указывать на монете дату чеканки стало обязательным во всех странах только последние 250-300 лет. В древности и средневековье не имело никакого значения, есть на монете дата или нет. Поэтому древние монеты, на которых указан год чеканки, большая редкость. Конечно, есть исключения. Кинохроника сохранила для нас уникальный момент. Археологи высыпают на стол содержимое глиняной амфоры. Это монеты Боспорского царства, найденные в Крыму. На монетах есть не только имена правителей, но и годы выпуска. Именно на основании этой находки был составлен список боспорских царей, имена которых раньше нигде не упоминались. Но такие находки – это исключение, а не правило. Но археологи утверждают, что возраст монеты можно определить и по другим признакам. Например, если на ней есть изображение императора или короля, его имя, то нет ничего проще. Известно ведь, когда правил Карл I, Генрих II или Иван IV Грозный. Но действительно ли все так просто? В истории известны примеры, когда спустя уже много лет после смерти правителя его образ оставался для потомков неким символом, который они изображали в
том числе и на монетах. История монетной чеканки, она уже имеет столько примеров отклонения от каких-то стандартов, что, конечно, бывали и такие случаи, когда, можно, например, сказать, что монеты с именем царя Федора Иоанновича, они чеканились уже на Руси в период завершения смутного времени, потому что для определенных политических сил имя этого царя, оно было своего рода как бы символом сопротивления. Вот, хотя уже самого царя больше чем полутора десятка лет уже не существовало. С античными монетами еще сложнее. В то время чеканилось огромное количество монет-подражаний. Например, монетный двор Римской империи чеканил свои законные монеты с изображением правящего императора. Затем монеты попадали не только во все уголки империи, но и на сопредельные территории, которые находились в сфере политических и экономических интересов Рима. У племен, населявших эти земли, не было своих, так сказать, национальных денег. Поэтому они подражали римским деньгам и делали копии императорских монет. Как правило, племена подражали самым распространенным монетам. Это значит, что если к ним попало больше всего монет с изображением императора Трояна, они чеканили подражание именно этим монетам. А жив Троян или уже умер, было совершенно неважно. После его смерти могло пройти столетие, а монеты подражания все еще продолжали чеканить. Или другой пример. Известная греческая монета тетрадрахма с изображением Александра Македонского. На протяжении многих лет подражания этой афинской монете чеканились везде, где она была распространена. По всему побережью Черного моря, в Малой Азии, в Северной Африке, на Ближнем Востоке. Обнаружив такую монету в культурном слое древнего города, трудно будет определить и возраст самой монеты, и возраст этого слоя. И портрет императора здесь опять не поможет. На монетах Александра Македонского помещался его портрет, уподобленный образу Геракла. То есть портретное сходство было, но, тем не менее, тогда еще не было принято помещать портрета реально существующего человека, даже такого, как Александр Македонский, Александр Великий. Вот. Но эти монеты тоже выпускались не только монетными дворами самой на территории вот этой самой Великой империи Македонской, но и во многих смежных землях. То есть мы приходим к выводу, что не всегда портрет государя говорит о том, что эта монета отчеканена на территории его государства в период его правления. Но деньги – это не только монеты. Например, при раскопках древних русских поселений археологи часто находят не монеты, а серебряные слитки. Считается, что ценность серебряных монет того времени была невысока, так как монетное серебро содержало большое количество примесей. Поэтому монет чеканилось мало, и в ходу были небольшие слитки из чистого серебра. Но у слитка вообще нет никаких датирующих признаков, ни даты, ни изображения, ни особенностей штамповки. Все, что могут сделать ученые, это примерно установить период, когда слиток использовался. Но датировать с его помощью культурный слой, конечно же, невозможно. Но есть и монеты, на которых трудно найти какие-либо датирующие признаки. На них отсутствуют не только даты, но и надписи, и портреты правителей. Вместо этого на древних монетах часто встречается изображение животных, птиц, цветов и даже насекомых. Но без даты и имен эти монеты – всего лишь металлические предметы. Трудно установить не только год чеканки, но даже то, какую монету выпустили раньше, какую позже. В некоторых случаях, анализируя сплав, можно определить место, где был добыт металл, но установить таким способом возраст монеты невозможно. Несмотря на все сложности применения этого метода датировки, находку любой монеты археологи считают важной. Нельзя сказать, что датировка археологического слоя по монетам – это самый лучший, исключительный какой-то метод. Все всегда относительно. Но пренебрегать теми данными, которые дают монеты, ни один археолог не будет. Вывод. Метод датировки по монетам нельзя применять, если у найденных в раскопках монет –
нет четких датирующих признаков. Такие признаки отсутствуют у большинства древних монет. Они сами нуждаются в изучении и датировке. В прежние времена, как и сегодня, самым доступным материалом была глина, в том числе и для изготовления домашней утвари. Горшки, тарелки, кувшины делали в большом количестве, поэтому неудивительно, что основным материалом почти всех археологических объектов являются огромные массы керамики, то есть изделия из обожженной глины. Для определения возраста глиняных изделий ученые пытаются использовать археомагнитный метод. Любая глина содержит мельчайшие частички железа, поэтому она способна намагничиваться. Но стоит глину обжечь, то есть нагреть при температуре свыше 600 градусов, как магнитное поле в ней как бы застывает. Готовое глиняное изделие запоминает величину и направление магнитного поля той территории Земли, на которой оно было сделано. Но узнать через сотни и даже тысячи лет точный возраст, например, вот этого кувшина, очень трудно. Для этого недостаточно знать, как изменялось в течение веков магнитное поле планеты. Надо определить, как оно менялось в каждом конкретном регионе. Но и этого недостаточно. Нужна дополнительная информация о самом кувшине. Как он стоял в печи во время обжига? Равномерно ли прогревалась печь? Не было ли рядом с печью или горном железных предметов? И это лишь часть вопросов, на которые найти ответы практически невозможно. Археомагнитный метод по магнитному полю Земли, он очень ненадежен, он очень неустойчив. И поэтому датировки... Ну, некоторые любители пытаются употребить, но он не конкурентоспособный. Вывод. Археомагнитный метод интересен теоретически, но трудно применим на практике. Определить точную датировку практически невозможно. Когда-то время измерялось при помощи песочных часов. Этот нехитрый прибор можно было встретить в каждом состоятельном семействе. На стенках песочных часов нанесены деления, которые показывают, сколько времени прошло. 5 минут, 10, 15. Ученые подумали, а нельзя ли по такому же принципу узнать, с какой скоростью накапливались осадочные отложения на планете. Эта идея быстро завоевала популярность во всем мире. Но многочисленные исследования дали неутешительные результаты. Дело в том, что разные породы накапливаются с разной скоростью. Песок накапливается по несколько сантиметров в год, а глина по 10 сантиметров в тысячелетие. Более того, в каждой климатической зоне своя скорость накопления осадка. Одна и та же порода в тропиках и в Заполярье будет накапливаться по-разному. Например, известно, что в Египте здания, построенные при фараоне Рамзесе II, погребены по трехметровой толще песка. Принято считать, что фараон царствовал около 3000 лет назад.
Значит, за 1000 лет здесь отлагался метровый слой песчаных наносов. Но в некоторых областях Европы за ту же 1000 лет накапливалось всего 3 сантиметра осадков. А в устьях лимана на юге Украины по 3 сантиметра осадков отлагается ежегодно. Другой пример. Ученые установили, что известняки накапливаются довольно медленно, по несколько десятков сантиметров за 1000 лет. Но на острове Парацел в известняковом рифе на глубине 1,5 метра были найдены испанские монеты 15 века. И если ученые убеждены, что монеты были сделаны именно в 15 веке, то это значит только одно. Первичный расчет был ошибочным, и известняки могут нарастать по 30 сантиметров не за 1000, а за 100 лет. В последнее время этот метод практически не применяется и никакого. Он очень ненадежный, что ли. И, понимаете, привязка к определенным совершенно археологическим древностям там настолько условно, что он не может выдержать конкуренции вот с радиоуглеродом или с чем-то еще другим. Вывод. Метод датировки по осадочному слою может применяться только для определения возраста современных осадочных отложений. Для датировки древних отложений практически не работает. Ученые считают большой удачей, если археологический памятник содержит много деревянных фрагментов. Потому что появляется возможность определить возраст объекта с точностью до года. А уж определить век вообще не составляет труда. Как? С помощью дендрохронологии. Посмотрим, так ли это на самом деле. Дендрохронология – это метод датирования археологических находок и древних предметов. Дендрохронология возникла в конце 19-го, начале 20 века на стыке трех наук – географии, истории и биологии. А в 1920 году американский ученый Эндрю Эллекот Дуглас впервые применил этот метод для датировки руин индейских поселений на юго-западе США. В основе дендрохронологического метода лежит закон природы, согласно которому каждый год толщина дерева увеличивается на одно годичное кольцо. Древесные кольца нарастают по годам неравномерно. Если год теплый и солнечный, и выпадает достаточное количество осадков, то дерево растет быстро. Кольцо, которое нарастет в этот год, будет широким. Если же год холодный и засушливый, кольцо будет меньше. Считается, что у деревьев одной породы, растущих в одном и том же месте и климате, толщина годовых колец примерно одинакова. Но как, используя этот метод, узнать, когда была сделана найденная деревянная постройка? Для этого надо построить и сравнить два графика. Один – это график годичных колец бревен из постройки. Другой – эталонный график конкретной породы дерева. Дендрохронолог берет спил ископаемого дерева и помещает под цифровой микроскоп. Чтобы получить как можно более точный график, годичные кольца исследуются по 4 радиусам. Для получения четкого рисунка колец спил зачищается и обрабатывается мелом. Дендрохронолог считает количество колец, определяет их толщину и с помощью компьютерной программы строит дендрохронологический график. Таким же образом составляется график для всех бревен, взятых из постройки. Теперь надо построить эталонный график. Чтобы построить максимально длинную шкалу, сначала необходимо исследовать самого старого представителя своей породы. Для этого живое дерево не надо спиливать. Достаточно взять небольшой образец, который называется керн. Специалист-дендрохронолог с помощью специального бура просверливает в дереве небольшое отверстие и вынимает этот образец. Керн помещается под цифровой микроскоп. И снова на мониторе мы видим четкий рисунок годовых колец. Начало эталонной дендрохронологической шкалы построено. И тут возникает первая проблема. Дело в том, что, например, в европейских лесах деревья растут не более 400 лет, максимум 500.
Значит, на основе живущих деревьев мы можем протянуть нашу шкалу из сегодняшнего дня в прошлое только до 1500 года. Провести шкалу дальше можно только с помощью сухостоя, то есть засохших деревьев. У сухостоя уже можно сделать спил. Он исследуется так же, как и предыдущие образцы. Сравниваем график сухостоя с графиком живущего дерева. Находим так называемую шивку, то есть одинаковый рисунок колец, и видим, когда дерево родилось и когда погибло. Продлеваем нашу эталонную шкалу еще примерно на 500 лет назад. Получаем тысячный год. На этом этапе появляется вторая проблема. А как построить шкалу дальше? В свое время с этой проблемой столкнулись ученые всех европейских стран. Для разных пород деревьев – дуба, самшита, кедра, сосны, можжевельника – удалось построить непрерывную шкалу только до тысячного года нашей эры. Дальше возникают пустоты. Возникает, ну, то, что называют пустота или хиатус, так определенное тут греческое слово, когда мы не знаем определенно, что же здесь было. Тогда нам нужно накопить данные для того, чтобы заполнить ее. Поэтому что такое вообще научная работа? В научной работе вы все время сталкиваетесь с этими самыми сюжетами, которые требуют дополнения материалов. Поиска этого материала, анализа этого материала или выработки новых методов, которые позволят более точно датировать те материалы, которые нам известны. Получается, что определить точный возраст любых деревянных находок в Европе можно только в том случае, если деревья срубили не позже тысячного года нашей эры. В лучшем положении американская дендрохронология. Там растут деревья, которые живут до 4500 лет. Например, секвойя или пилус. Образец только одного ныне живущего дерева позволяет построить шкалу сразу на 4000 лет в прошлое. Но с помощью этой шкалы нельзя датировать деревянные находки Европы и Азии. А ведь именно здесь зародилась и развивалась цивилизация. Именно здесь сосредоточены главные исторические памятники человечества. С нашим образцом нам повезло. Эти деревья срубили примерно в середине 16 века. А если бы образцы были намного старше, метод дендрохронологии вряд ли бы пригодился. Но это не единственная сложность применения дендрохронологии. Для того, чтобы определить возраст какого-то захоронения, недостаточно найти в нем одно бревно. Отправив его на исследование, археологи узнают только породу дерева и сколько лет оно росло. Для серьезного дендрохронологического исследования необходимо несколько десятков бревен. А далеко не в каждом раскопе можно обнаружить такое количество дерева. Поэтому если бревно, найденное в гробнице фараона, историки датируют каким-нибудь тысячелетием до нашей эры, то делают они это не в результате дендрохронологического исследования, а просто на основании исторических соображений. Другую немаловажную роль играет то, как обрабатывалось и как хранилось дерево. При обработке дерева строители срубали с него внешний слой, а это несколько колец. И сегодня уже невозможно узнать, сколько именно. Вот вы берете бревно, и там должно быть так называемое последнее кольцо, внешнее кольцо. Если у вас нет этого внешнего кольца, то вы говорите о том, что нет. Последнее кольцо датируется, предположим, 1200 годом. Да? Но, предположим, срубили сколько-то колец. Нету. И вы предполагаете, что вот, скажем, по каким-то данным, что это примерно 20 колец. То есть, грубо говоря, 1220. Но вы не имеете права говорить, что 1220. Вы говорите о том, что последнее кольцо датируется 1200 годом. А если не 20 колец, а 100? 100 колец – это целый век. Большим успехом применения дендрохронологического метода в археологии считается датирование древних мостовых Великого Новгорода. В этом городе
обнаружено 28 слоев мостовых, положенных один на другой. И это не какие-нибудь полусгнившие остатки, а 28 слоев отлично сохранившихся сосновых бревен. Исследуя их годичные кольца, ученые пришли к выводу, что этот слоеный пирог сооружался новгородцами в течение 550 лет. Принято считать, что Великий Новгород основан в X веке. Значит, первый слой пирога был положен сразу после образования поселения. Великий Новгород был заложен на болотах, а в болотистых местностях без деревянных мостовых было просто не обойтись. Прибавляем 550 лет и получаем середину 15 века. Именно 15 веком археологи и датируют самый верхний настил. Означает ли это, что начиная с 16 века горожане перестали стелить новые мостовые и вплоть до появления асфальта, то есть до 20 века, месили ногами грязь на улицах? Объяснение археологов, что все деревянные настилы, сделанные в Великом Новгороде после 15 века, бесследно сгнили, звучит не слишком убедительно. Конечно, нижние слои новгородского пирога расположены в болотистой почве, а в болоте, как известно, органика портится очень медленно. Но почему эти физические законы действовали только на мостовые, сделанные ранее 15 века? Хоть археологи и считают эту тему закрытой, вопросы остаются. Одно из двух. Или дендрохронологический метод датирования может ошибаться на 500 и более лет, или город, известный нам под названием Великий Новгород, основан гораздо позже, чем принято думать, и дата его рождения следует считать не 10, а 15 век. Вывод. Дендрохронология позволяет получить более-менее точную датировку только при соблюдении определенного ряда требований. Большинство археологических памятников одновременно всем этим требованиям не соответствуют. На сегодняшний день радиоуглеродный анализ считается основным методом определения возраста археологических находок. Этот физический метод применяется для датирования предметов и материалов биологического происхождения. Метод был предложен американским физиком Уиллардом Либби в 1947 году. Подчеркнем, что радиоуглеродный метод применяется для определения возраста только органических объектов. С его помощью можно датировать останки животных, дерево, ткань, бумагу. Принцип действия этого метода следующий. Все биологические организмы содержат углерод. В земной атмосфере углерод присутствует в виде стабильных изотопов С12 и С13 и радиоактивного изотопа С14. Изотоп С14 постоянно образуется в атмосфере под воздействием радиации. В основном источником радиации являются космические лучи. Подсчитано, что ежегодно в атмосфере Земли возникает и распадается около 7 килограммов радиоуглерода. Образовавшись на высоте 15 километров, радиоуглерод окисляется кислородом и рассеивается в атмосфере. Потом он попадает в растения. Животные питаются растениями, и радиоуглерод попадает к ним. Человек питается растениями и животными, и вместе с ними радиоуглерод попадает в тело человека. После гибели живого организма углерод в него больше не поступает, и углеродный обмен прекращается. Это значит, что стабильный углерод в останках сохраняется, а радиоактивный постепенно уменьшается. Чтобы узнать, сколько лет прошло со дня смерти того или иного организма, надо измерить, сколько радиоуглерода в нем осталось. Посмотрим, как это выглядит на практике. Эти кадры сделаны в Эфиопии.
Нам их предоставили ученые из Института проблем экологии и эволюции имени Северцева. В этой африканской стране ученые находились в составе археологической экспедиции. Во время раскопок были найдены останки антилопы. Чтобы определить, сколько времени прошло с момента гибели животного, ученые забрали на исследование фрагмент черепа антилопы, а именно рог. А это уже лаборатория института в Москве. Черепа самца. Горный ялы. Да. Да, не ялы. Ученые тщательно осматривают привезенный образец и подготавливают его фрагменты к анализу. Чтобы избавиться от возможных посторонних примесей, фрагменты помещают в стеклянную посуду и обрабатывают соляной кислотой. После обработки образец спекается в специальной печке и начинается анализ. Вся эта операция происходит вот на такой установке. При помощи насосов во всех колбах создается вакуум. Вот в эту колбу помещается спеченный образец. А в эту заливается дистиллированная вода, которая буквально по капле будет подаваться в колбу с образцом. Началась реакция. Из образца выделяется бесцветный газ – ацетилен. Чтобы его собрать, нужны колбы, которые называются ловушками. Они замораживаются жидким азотом. Сначала ацетилен попадает в первую ловушку, потом во вторую. Пока в колбе с образцом идет реакция, надо к установке подсоединить катализатор. Склянка с катализатором подсоединяется к установке и помещается в специальную печь. В колбе с образцом пена исчезла, значит, реакция закончилась. Весь ацетилен заморожен в первой ловушке. Пока он размораживается, надо к установке подсоединить склянку с активированным углем. После размораживания ацетилен из второй ловушки проходит через жидкость для промывания, ангидрон и щелочь, и собирается в склянке с активированным углем. Жидкость для промывания очищает газ от возможных примесей, а щелочь и ангидрон удаляют пары воды. Ацетилен постепенно собирается вот в этой ловушке. Затем он попадет на горячий катализатор, который вынимается из печки и устанавливается в колбу с водой. На дне образуется бензол. Подсоединяется последняя ловушка, а сам катализатор опять помещается в печь. Вот в этой ловушке тот самый бензол, который и надо было получить. После нескольких часов пребывания в холодильнике бензол аккуратно вводится в контейнер, который затем помещается в измерительный комплекс. А эта счетная машина должна вычислить радиоуглеродный возраст нашего образца. Данные, которые нам выдала машина, мы вводим в компьютерную программу, которая переводит радиоуглеродный возраст в календарный. Результат нашего исследования. Африканская антилопа жила в период 790 по 510 год до нашей эры. Вроде бы все достаточно просто и понятно. Но всегда ли полученная датировка соответствует действительности? Бывают ли ошибки? Дело в том, что в ходе радиоуглеродного анализа используются довольно сложные измерительные системы, и работа их, скажем, работа фотоэлектронных умножителей, может быть не совсем стабильной. И поэтому вероятность ошибки, вот такой ошибки, существует, и она немаленькая. На точность датировки влияют и другие факторы. Прежде всего, изменение концентрации радиоуглерода в атмосфере. Изотоп С14 образуется в атмосфере под воздействием космических лучей. Но скорость его накопления никогда не была постоянной. На нее влияет, например, активность Солнца. Когда она повышена, космических лучей до поверхности Земли доходит меньше. Когда понижена, наоборот, больше. Также на образование радиоуглерода
влияет напряженность магнитного поля Земли, которое тоже непостоянно. Другой важный момент. При определении радиоуглеродного возраста любого биологического объекта необходимо учитывать так называемый бомбовый эффект. Ведь в 50-х годах прошлого века проводились наземные ядерные испытания. Из-за этого концентрация в атмосфере радиоуглерода возросла почти вдвое. Есть группа организмов, датировка которых показывает так называемый мнимый радиоуглеродный возраст. Это значит, что радиоуглеродный анализ покажет, что, например, возраст любого морского организма намного больше, чем есть на самом деле. Дело в том, что донные осадки мирового океана содержат много радиоуглерода. Эти осадки лежат на дне огромное количество лет, а период полураспада радиоуглерода составляет всего 5500 лет. Так что с точки зрения радиоуглеродного анализа этот радиоуглерод очень старый, даже мертвый. Но он попадал и попадает в организмы всех морских обитателей и старит их иногда на тысячи лет. Есть свои сложности и при датировании деревянных построек. Ведь радиоуглеродный метод определяет только период гибели дерева, а не время, когда люди из него что-то построили. Например, в арктических условиях очень часто бывает так, что дерево, выброшенное морем на сушу, так называемый плавник, который широко используется местными жителями для разного рода хозяйственных нужд и как топливо, и, главным образом, для построек. Так вот, это дерево могло пролежать на берегу в течение довольно большого количества времени. Это может быть несколько сотен лет. И только после этого быть включено в состав археологического памятника. Либо один и тот же кусок дерева может использоваться жителями несколько раз. И тогда датировка, которую мы получаем по этому фрагменту дерева, не обязательно говорит нам о времени формирования памятника. Она говорит о времени гибели древесины. Не лучше обстоит дело и с датировкой письменных источников. Часто музейные работники просят радиоуглеродные лаборатории продатировать музейные экспонаты, в том числе старинные свитки. Ведь для анализа нужен совсем маленький фрагмент. Но, как правило, сотрудники музеев не знают всю историю хранения этих древних памятников, а именно кто, когда и чем их обрабатывал, чтобы спасти от грызунов, насекомых и разных микроорганизмов. Поэтому ошибка в определении возраста таких объектов достаточно велика. Конечно, в арсенале ученых есть и компьютерные программы, которые определяют возраст образцов с учетом всех перечисленных факторов, и рецепты очистки органических материалов от ненужных примесей. И тем не менее, ошибки случаются. Существуют работы, их несколько. Эти работы были проведены в больших радиоуглеродных лабораториях, в которых большое количество образцов датируется. Так вот, в них было показано, что примерно каждый десятый из радиоуглеродных датировок оказывается, ну, скажем так, сильно отличающийся от своего, по-видимому, реального возраста. Каждая десятая датировка, полученная в лучших лабораториях мира, ошибочна. Это значит, что ошибочны как минимум 10% дат, которые ученые использовали для датировки древних объектов. И продолжают использовать. Сейчас сотни тысяч дат радиоуглеродных по всему миру. По существу это самая главная наша опора вот в глубине. До 45 тысяч лет это самый главный метод нашей датировки. Да, с минусами, да, с определенными, так сказать, ограничениями, но у нас же ничего не было для этого. Ничего. Поэтому мы обязаны просто только на этом строить свои заключения. И мы строим. Ученые часто говорят о том, что, определяя возраст биологического объекта, они никогда не полагаются на результат только одного анализа. Что только совпадение нескольких измерений может гарантировать точную датировку. В 1988 году было проведено, пожалуй, самое известное радиоуглеродное датирование. В лабораториях радиоуглеродного анализа Аризонского университета США
Оксфордского университета Великобритании и Федерального политехнического института в Цюрихе, Швейцарии, независимо друг от друга, ученые исследовали фрагменты некоего полотна, причем слепым методом. То есть исследователи не знали, что за образцы попали к ним для анализа. Это были кусочки святой плащаницы, 4-метрового полотна, в которое, по преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после его крестных страданий и смерти. С 1578 года плащаница хранится в специальном ковчеге в соборе Иоанна Крестителя в Турине. Поэтому сегодня она известна под названием Туринская плащаница. Апреля 1988 года под наблюдением кардинала Анастасио Балестрера, архиепископа Турина, и приглашенных экспертов от плащаницы был отрезан кусочек размером около 7 квадратных сантиметров, разделен на 3 части и отправлен на исследование. Все 3 лаборатории, независимо друг от друга, датировали фрагменты полотна 12-14 веком нашей эры. Но по принятой сегодня хронологии Христос родился 2000 лет назад. И получается, что в данном случае радиоуглеродный анализ вместо ответа на вопрос о возрасте плащаницы породил только новые вопросы. Или Туринская святыня на самом деле подделка? Или ошибки радиоуглеродного датирования могут достигать сотни и даже тысячи лет? Или плащаница подлинник? Но тогда в каком веке жил Христос? Споры не прекращаются вот уже 20 лет. Вывод. Радиоуглеродный анализ может применяться только при анализе объектов органического происхождения. Ошибки в датировках могут доходить до 2000 лет. Для датировки исторических памятников, возраст которых составляет сотни тысяч лет, такая погрешность допустима. Но при датировке объектов, возраст которых всего 2-4 тысячи лет, такая погрешность неприемлема. Итак, мы рассмотрели основные методы, которые ученые применяют для датировки исторических памятников, и выяснили, что ни одному из них нельзя доверять полностью. К сожалению, несовершенство всех этих методов приводит к большому количеству ошибок. Многие из них уже превратились в догмы. А на их основе все новые и новые поколения историков продолжают строить ошибочные версии событий мировой истории. Ошибаются все, и археологи ошибаются, понимаете? Потому что, когда мы копаем, вы думаете, мы что, точно все знаем? Нет, конечно. Будем надеяться на то, что придумают наши физики, химики или биологи новые методы. Но пока я такого вот ничего такого не вижу. Кроме того, что нужно усовершенствовать те методы и накапливать новые материалы, которые прояснят вот то, о чем мы говорили, провалы. У нас много провалов, но мы их заполняем. В 20 веке историки и археологи пришли к выводу, что за последние 200-300 лет подавляющее большинство древних памятников стало разрушаться быстрее, чем за предыдущие столетия и даже тысячелетия. Например, большие куски стали отламываться от египетского сфинкса, простоявшего якобы 5000 лет. На самом деле, ученые не могут точно сказать, с какой скоростью шло разрушение памятников 1000 или хотя бы 500 лет назад. Потому что постоянное наблюдение за ними ведется только последние 2 века. Одни ученые считают, что в разрушении памятников виновата современная промышленность. Другие,
что изменение климата и загрязнение окружающей среды. Но все эти предположения не имеют под собой твердой научной основы, потому что широкого международного исследования никто не проводил. Скорее всего, дело в том, что все эти памятники не такие уж и древние, и разрушаются они с совершенно естественной скоростью. Просто для определения возраста всего этого исторического наследия надо использовать не только привычные, но и другие, новые методы датирования. О новых математических методах датировки исторических событий, о том, как историю восстанавливают математики, смотрите в нашем следующем фильме «Истину можно вычислить».